Мы привезли сюда то, что было инициировано неприятным событием. Если вы помните, была крупнейшая в России экологическая катастрофа, прорыв цистерны, так сказать, в Норильске. Оказывается, ее обнаружили слишком поздно, и последствия были, так сказать, колоссальные. Несколько миллиардов, так сказать, рублей было уплачено, так сказать, владельцами этой фирмы. Мы привезли сюда сенсор, датчик, который впервые может определять, так сказать, появление капель нефтепродуктов. Это принципиально может изменить ситуацию с обнаружением, ранним обнаружением утечек и не допустить того, что случилось. Буквально достаточно несколько капель нефти или нефтепродуктов, и, так сказать, подъединенная к нему коробочка запикает и сообщит, так сказать, владельцу о том, что начались неприятности. Все известные ранее, так сказать, сенсоры утечек на самом деле являлись сенсорами, датчиками определения больших луж продукта. Они определяли только на полу вот это образование слоя лужи. Нам же удалось уйти от 2D к 3D в пространство. То есть наш сенсор гибкий, крепится в любом месте и пищит при первых каплях. Таким образом, мы его размещаем не на полу, как делают все наши конкуренты, а непосредственно у источника потенциальной опасности. Это принципиально в 10-40 раз снижает времена обнаружения. И мы думаем, это сократит убытки. Мы сделали принципиально, запатентовали это дело. Готовы, сейчас выпускаем в маленьких сериях. Но мечтаем о том, что потребность в таких материалах, этих цистерн в стране много, возрастет, мы организуем серийное производство и даже, так сказать, продадим лицензию на, так сказать, наше изобретение где-то за границей, чтобы там получать тоже роялти. Прекрасно. Вот, так сказать, на самом деле сработала система. Они забросили невод и, так сказать, даже вот дошли до таких пожилых изобретателей, да, так сказать, которые на это дело нас пригласили, нас обеспечили. Спасибо организаторам. Замечательно все организовано. И мне нравится акцент на молодежь. То, что вот здесь много и приводит посетителей, и выступают молодые изобретатели. Это очень важно, чтобы показать, что это интересные люди молодым. О том, что они могут чем-то поделиться. И я мечтаю, чтобы, сказать, мы им показали, что это, так сказать, и выгодно материально, да, то есть это можно не только творчески, но и, так сказать, поддерживать свои семьи, зарабатывать. Поэтому в целом замечательная инициатива.